my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Всем привет! С вами Фандрик, и сегодня я продолжу играть в 60 парсеков. И перед началом ролика я хочу попросить тебя подписаться на канал, если ты не подписан, потому что мне смотрят целых 62 просмотра. Сделал? Спасибо большое. А я поехал. Так, я вернулся сюда. И что мы будем сейчас делать? Я в предыдущей серии забыл перемодернизировать, нет, не то, переработать спички. Во, это нам не нужно теперь. И что? Кто угадает, кто здесь на меня похож, я не знаю, что я с ним сделаю, я что-то ему дам, что-то. Так, новые locations, new locations, whom have my have. Чего? Угрозы. Погнали, ты пойдешь. Голодательный чувак. Бери с собой лопату и погнали, короче. Стоять, суп пса возьми. Ты сдохнешь по дороге. Ну, вроде все. А, нет, не все. Паранойя, меня беспокоит. Давай вот это. Так, а подробное отделе задач. Донесите кукла. Да вы достали, я только что ее потратил. Ой, вы достали. Извините, но мы ничего не можем поделать. Отыскав место, указанное сигналом, вы видели какой-то прячущийся в темноте за большой скалой. Очень подожди. Ну да, забыли. Ну, ничего же страшного. Еще один день, да. И мне чуть неохота есть этот сыр. Так, да, мы не решили это изжрать, потому что это говно. Так, изготовление. Аптечка. Что там? Эй, предлагаю. Давай дадим скотч. Ну, я бы не отказался бы от дополнительной порции. Ну, я делаю, что хочу. Так. О, красава, давайте почитаем, что он. Так, неуклюжий дом, упал несколько раз, заработав себе немало синяков и царапин. Да-да-да, 16. Такого 45, вот такого 4 супца. И мы живца. Ты слаб, да? Аптечки у меня нет, извини. Она сейчас завтра будет. Ну да, что-то упало. Крохотных красных. Завтра жрете. О, давайте модернизируем систему. Вот это. Давайте полечим тебя. Все, готово. Встреча! Задача выполнена, да, задача, так, тихо, дождитесь, информация от Шелли. Я вроде такую концовку проходил. Или нет, я не помню. Так, нам нужно использовать все, что нужно. Так, ты жрёс. Отправляй туз. Отправляем. Куда мы ее отправим? Шанс найти. Смотри, пистолет. Ну, у нас пистолет есть уже. Так. Химикаты, может. Но нам нужно побыстрее
есть там типа 2 дня до химитокатов, а то что 3 дня целых ждать неохота. О, так, библиотека это хорошая, но ё-моё, у нас вот это сломано. Ну, походу, только сюда, давайте ее отправим сюда. Так, ты пойдешь, возьмешь с собой супса. Вот, и возьмешь с собой пистолет. А, нет, точнее, противогаз. И сталкера. Вроде все. Ну, подождем. Угу. На! Пострелим, наверное. Угу. Все. Мы можем броню наконец-то скрафтить. Так круто. Так. О, давайте. О, мы сейчас бесплатный супчик получим. Плюс суп. Мы уже целый месяц выживаем. Прикиньте, целый месяц. Так, надо прокачать. У нас батареек много, поэтому давайте прокачаем режим модернизации. Давайте прокачаем нашу броньку, чтобы у нас было... Покруче было. У нас нет аптечки или того. Это что, конец уже, что ли? А, нет. Давайте распутаем кабели. Кабели. Модернизируем. Давайте модернизируем. Ну, я не знаю. Давайте модернизируем... лопату. О, смотри, смотрите, какая броня стала. Так, в разделе задач. Мы дождались. Давай сегодня, ну мы же хотим выжить. А я не могу вспомнить. Они вчера такими стали? Не, ну я лучше... Не буду. О, приперлась. Да, мы устранили. Чёрт, ты чё износила? 3 супца принесла. Хорошо, красавела ты. Красавела, да. Ну, давай ты пойдешь. Так. Так, мы здесь крафтим. Все, вроде готово. Замедлился. Все. Так, тревога, боты борются. О, не-не-не. Давайте умом с ними. Аптечка у нас крафтилась. Давайте мы только суп можем сделать. Давайте модернизируем 2 системы. Они на 2 дня будут модернизироваться. Так что, погнали. Следующий день. Что с тобой стало, а, Эйприл? А, Унил. Угу. Понятно. Ну, теперь точно. Прощайте.